Всім привіт, мене звати Тетяна Ізусова, я родилась в городі Чебоксары, в прекрасной республике Чуваша. А сегодня на фестивале современных искусств я очень надеюсь выучить все правила игры, играть и делать все, что ему можно делать, повышать свой интеллект. И по приезду в Чебоксары я очень надеюсь встретиться с вами, с чувашами. И обязательно расскажу о своих впечатлениях, ощущениях, и всем обязательно нужно научиться играть.